Последние десятилетия муниципий Белц называли северной столицей. Именно в муниципии Белц развился потенциал экономического роста, который способен дать толчок общему развитию страны. Необходимость перемен наряду с грамотным и ответственным управлением ощущается сильнее, чем когда-либо. Мы верим в нашего кандидата, который вырос в нашей команде. Будем всех призывать голосовать за нашего кандидата. Мы будем развивать муниципий Белц. Уважаемые жители Белц, вместе мы можем построить прекрасное будущее для наших детей. Возрождение муниципия Белц – это начало возрождения всей страны. Голосуйте за меня, я вас не подведу. Голосуйте за Александра Нестеровского. Номер один в бюллетенях.